Три центра первичной медико-санитарной помощи впервые открыли в Жамбылской области. Оснащенные всем необходимым современным оборудованием, они появились на базе одной из городских поликлиник Тараза, а также в больницах Меркенского и Жамбылского районов. В торжественном открытии одного из таких медицинских объектов в селе Мерке приняли участие руководитель Европейского центра Всемирной организации здравоохранения и аким Жамбылской области. В Центре первичной медико-санитарной помощи Меркенского района работают 10 специалистов, из них четверо врачи. Применяя передовые инновационные технологии, они будут оказывать пациентам качественную оперативную медпомощь. Мы открыли центр, где внутри поликлиника можно обучить работники ПМСП, как комплексно подходить к пациенту. Не по диагнозу отдельно, но комплексно с его физическими проблемами, социальными проблемами, психологическими проблемами. И это невозможно просто обучиться в больницах. Это можно научиться только на практике. Руководитель Европейского центра ВОЗ подчеркнула, что для развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в стране проделана огромная работа. Масштабный проект ПМСП в области воплотили в реальность всего за 9 месяцев. Инициативу поддержал глава региона. Наша общая задача совместно вот вашим центром, сотрудниками Всемирной организации здравоохранения и наших соседей сделать все для того, чтобы улучшить здоровье наших жителей. Президентом поставлена задача средней продолжительности жизни казахстанцев должна быть не менее 75 лет. В прошлом году в области ввели в строй 5 объектов здравоохранения. В этом сдадут в эксплуатацию еще 8. Также решается вопрос полного оснащения аппаратами компьютерной томографии. Из 10 районов ими оснастили уже половину. Анастасия Сулейманова, Руслан Хатилла, Жамбылская область, Хабар 24.